сторонник повышения пенсий и зарплат. Повышение фонда, повышение фондов зарплат на предприятиях, которые такие, как вы, бизнесмены, разрушают, которые людям платят копейки, а сами ездят на Мерседесах, сами отдыхают в лучших курортах за границей. Да. Причем ничего системного в жизни хорошо. Не сделавши. Ничего системно в жизни не сделал. Биографию прочитайте. Я убежден в том, что вы не придумали нового телефона. Я убежден в том, что вы не придумали нового станка. Вы не придумали новой архитектурной конструкции. Вы не придумали нового какого-то вещества. Вы не придумали нового товара. Вы бесполезны, вы бесполезны в этой архитектуре. Вы только расшатываете государство. В условиях войны. Вы говорите, вы презираете свое государство. Скандал, вы говорите о том, что у вас не должно. В государстве должно быть армии. Вы говорите. Говорите о том, что не должно, вы оскорбляете не бедных людей, которых вы же бедными сделали. Сергей. Вы называете их нищими. Вы называете их нищими. Вы их превратили в нищету. Превратили в нищету. Разговариваете с ними как с быдлом. Вы превратили их в нищету, потому что вы не платили налоги. Давайте что? Да, вы не платили налоги. И лезете в Верховный Совет Украины, вы снова же для того, чтобы их продолжать не платить. Я не лезу. И добираетесь на государственное корыто. Им надо оружие. Зачем нужно поддерживать такое движение? Какой опыт, международный опыт в этой системе, в этой теме? Угу. Объяснить, почему у нас Сергею, нет армии и что необходимо идти. Сделать для того, чтобы у нас армия была. Чтобы у нас были что новые танки, сделать? Чтобы у нас была новая пограничная служба, чтобы у нас была служба безопасности, которая может за мгновение предотвращать террористические круто. Акты. Деньги нужны, я вам сразу скажу. Зачем? Что нужно сделать деньги для того, нужны. Чтобы у нас был я мощный сказал, военно-промышленный деньги. Комплекс? На это надо Послушайте, деньги. Для того, чтобы в этой стране были деньги, так. нужно таких жирных котов, как вы, которых тысячи, присоединить еще к ним прокуроров, которые так. обворовали эту страну, судей, которые обворовали эту страну. То есть вы даете и сигнал вот эту, нам бежать и вот эту, Вы завтра так. придете меня раскуркуете. У нас